приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в нашу игру. Как этот Хейвел 2. Формат приносит себя в жертву, позволяя Себастьян продолжить я путь. Я тебя уже сжигал и сожгу еще раз. Подождите. Нет, загружаем. Вот это. Сейчас, минутку. Подождите, нет, загружаем. Так, 11. Вот это, ну-ка давайте попробуем. А то получается не совсем правильно, пропускаем. Так, да. Вот мы. Так. Создание патронов. И вот теперь мы идем. Так. Вот. Вот что мне надо для начала. Я дал тебе шанс помочь мне. Ты отказался. И у меня теперь нет выбора. Давайте, видео будет короткое. Сегодня я дракон. Тебя раньше. Почему ты думаешь, что на этот раз что-то изменится? Я не успокоюсь, пока один из нас не умрет. Тогда иди сюда. Давай начнем бой. Так. Это простая стрела, нет. Что я могу тут подобрать еще? Это у меня все есть. Давай начнем бой. Первое твое чудовище — это сейф из первой игры. И, кстати, второе чудовище тоже из первой игры. Тебе нужен вкус отчаяния. Это не сейчас получится. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Меня этим не напугаешь. Это ты со мной сделал, папа. Иди, я обниму тебя. Ты спас меня. Вкус отчаяния. Поздно. Посхватился. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Обнимашки. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Да, сейчас. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Он, падла, может моей памятью управлять немного. Да.
Ты все помнишь. Вот это самый легкий. Кстати, я его потом убил, когда прокачал свою пушку, убил его на раз-два. Хотя вначале это пипец какой сложный был. А сейчас он для меня лошара полный. Вали его, козла, он причинил нам много зла. Меня хватит. Че? Паник. А вроде такой здоровый казался. Не в этот раз. Думаешь, меня это остановит? Кстати, детям попрошу не смотреть. Будет ужасно. Пошли пилить его. На! А вот хрен тебе. Сейчас смотрите, как я его пополам. Хренак-то. Это действительно страшное зрелище. Пошел ты. Оп. И наверх. Это не кто-нибудь, это меня человек сейф забрал так. Опа. Вот так. Вот так. Эй! Блин, так цепанул меня неплохо. А сейчас сжигать придется, падлу. Вылазит, смотрите. Сама-то она не сложная, ее надо просто сжечь. Я тебя уже сжигал и сожгу еще раз. Тихо. Блядь. Это вообще-то на тебя рассчитано было. Кто ты такой? А какая тебе разница? Что ты еще можешь? Я могу все. Это моя супруга. Познакомься. Правда, она тоже беспечная. Жопа повернулась к врагу. Мира. Она должна быть в безопасности. Она будет в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Да, у нее единственный.
Разве дело пойдем только в домой. Теодоре? Нет! Сила ядра моя. Вот так вот. Оба померли. Лили в безопасности. Или только один помер. Ты живая? Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Зачем рушишь все? Мира! Вот так вот, ладно. Хоффман приносит себя в жертву. Хоффман это, как понимаю, я. Мира. Вставай. Стой, назад, назад, назад. О боже. Камня на камне не осталось. Что же ты хочешь сделать, Мира? Так. Надо сначала здесь осмотреть. А я пришел, как понимаю, все равно оттуда. Тут она все обрушила. Нет пути назад. Что-то напоминает Лару Крофт. Такая же обстановочка. Рукопашка у меня где? Понятно. Что, ничего нам не понятно. Экспресс-спуск. Черт. Мира. Куда ты делась? Так, ладно. Я даже не хочу знать, куда ты делась, честно сказать. Лучше будет, чтобы их не было, а то мало ли вдруг оживут. Забыл все управление. А это что? Мне хоть сюда? Не надо тут. Пусть идет. Все.
Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Я знаю, ты меня слышишь. Лед? Хватит! Черт! Да послушайте! Голова! Голова, не жопа, перевяжи, лежи. Мира, что с тобой? Ты должна бороться! Я не могу. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Они мертвы. Да. Хорошо. Иди, Себастьян, скорее. Уходи. Нет, я не оставлю тут ни одну из вас. Ни одну из вас, а придется. От тебя-то ничего не зависит. А все съел? Черт, что она делает? Так, закрыто, хорошо. Пойдем вот в эту сторону. Зеркало. Сейчас, подожди. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, такой небольшой ролик, да, потому что блок питания мой был сожжен, сейчас он восстановлен. Ну что ж, ждите следующей серии. Пока. А мы пока запишемся.